А, надо второго ребенка родить, и ты еще что-то получишь. Но опять, Борис, баблишка ты не выведешь, понимаешь? Кроватка денег стоит, подгузники, вообще охуеешь нахуй, 500 рублей нахуй за пачку. Он будет ссать, срать нахуй каждый день нахуй. Ну, сколько еще на памперсы надо потратить? Ага, еще потом, если картавый будет, надо логопеда найти. И наше государство лучше давайте деньги сразу. Родила ребенка нахуй. Все нахуй. Бесплатное место в детском саду. А то стоят, вот помню, Юлька. И что она стояла, застоялась-то? Заебешься нахуй в детском саду это место выискивать. А еще дадут вообще на автобусе ребенок будет ездить. Вообще долбоеба нахуй. Ой. Ну, Борис, ну а ты давай поиграем с тобой. Вот ты бы, допустим, был правителем. Что бы ты сделал? Что? Ничего. Один в поле не воин, понимаешь, Борис? Даже если бы ты сделал интересную систему так, чтобы хотя бы, чтобы сделать бесплатно коммуналку вот эту вот, не платить ни за свет, ни за газ, ни за телефон, просто. Хотя бы вот это бесплатно, блядь. Потому что хуяришь 7 тысяч каждый месяц за все эти коммунальные услуги. А потом, это хорошо, что я еще не одна живу. А так останусь я одна. Ну, 7 тысяч нахуй отдала, а мне пенсия 16 500. И все. А надо же еще интернет заплатить. А если ботинки нахуй порвутся? Вот сиди и кушай нахуй. Они будут сидеть, блядь, жиморожи, блядь, рожи, блядь. А я буду сидеть и Новый год справлять вам. Картошку с луком пережарила, блядь. Вот и все, с радостью. Я очень рада, нахуй. Чему, блядь? Вот нашим ветеранам тоже в газете читала. Не знаю, насколько это правда. Ну, был какой-то, блядь, что-то там такое в каком-то городе было. Короче, ветеранам дали пакет круп, гречка, блядь, пшено, рис. Вот, не знаю, люди, насколько это правда, но я это в интернете смотрела. Значит, ветеранам дали, короче, гречку, там это рис, ну, в общем, вот это крупы, да? А зару, блядь. Ебасовский, блядь, миллион заплатили, чтобы рот нахуй под фонограмму открывала, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, блядь. Ну и чё, пусть она посидит нахуй на крупах, нахуй. Ладно, там вот я люблю кашку рисовую, да, там с молочком поварила, там с вареньем перемешала, да поела. Вот пусть они посидят на кашке, блядь, и думают, как копеечку считать, квартплату заплатить, все, и хуй. Я вот хочу в театр сходить. Это ладно, у меня Сашка у меня приглашает. Но я тоже думаю, мало ли чего он захочет. Может, он вообще этот маньяк. Может, ему нравятся такие женщины, страшные, лысые, как я. Он меня пригласит в театр. Ага, потом будет трахать меня. Нахуй мне нужен такой театр. Я сама пойду, как захочу, туда, куда надо, и зачем, и подумаю. Пойду сейчас покурю.
Знаете, люди, это не смешно. Это не смешно. Вот я пошла покурить на улице практически середины января. С виду, как холодная осень или начало весны. Мне кажется, пиздец будет урожаю. Потому что уже конец января практически, снега нет. Природа начнет что-то думать, да? И додумается так, что когда пойдут эти всходы, в июле ебанет снег, нахуй. Я вот вам говорю, нахуй. Я так чувствую, что урожая не будет. Урожая не будет, потому что что-то пошло не так. А что пошло не так? А? Что не так пошло? Вы же роете эту нефть. Роете, да? Метро роете, блядь. Вы дорылись? Вы влезли в природу, блядь. Все. Зимы нет. Такая погода, счастье дворника, блядь. Не надо отскребать, нахуй, и чистить. Все. Ну все, в июле ебанет снег, нахуй, хуй вам тюльпаны, блядь. Ничего не будет, все погибнет, нахуй. И погибнет, знаете почему? Потому что, если верить в этих динозавров, да вы ебывались, нахуй. А людишки, блядь, нахуй вы нужны на земле, блядь. Вы же предатели, это раз, нахуй. В-третьих, вы из-за своей карьеры, блядь, готовы... Вообще, а ужас вы готовы. И вот сидит хуйня ебаная. По карьерной лестнице пошла, похуй, подруги, родственники. Ну и чё ты, блядь, директор ебаный. Ну сидишь ты, получаешь там, блядь, большую зарплату, нахуй. Чё дальше-то, нахуй? Сдохнешь, как сука, нахуй. Только уже не на Новодевичьем кладбище. Природа вас ебанет, нахуй. Ебанет вас этот, как его, блядь? Как эта хуйня-то, воронка? Ураган. Лавина. А если бы я была бы земля, нахуй, я вообще раскрылась, нахуй. Все, нахуй, туда в это, в ядро. Просто я не знаю, зачем держат человечество. Человечества сейчас нету. И не будет, нахуй. Нет никого. Ни человечества, ни... Вот человечество, давайте посмотрим. Какое нахуй человечество? Это? Я знаю, это Харик. Ну, то есть, о чем он думает? Харик. Больше ни о чем. Вау. Тоже купил машину, да? Сидим. Меня не возим. Я на автобусе заебалась ездить. Люберец нахуй, сумками. Здравствуйте. Ну, и что ты здесь? Нарядно он. Это, куртёнку себе прикупил белую. Да. Ну, что дальше что? Ну, ничего. Я ничего. Сколько такси сейчас стоит? Ну, смотря где поехать. До Ленинграда меня довезешь. Ленинграда? А вы сейчас где? Да, туда хочу. С Рязани до Ленинграда сколько будет стоить? Говори быстрее. По блату. Вот так ты еще глухой. Ладно, иди отсюда. Нарядился, блядь. Че нарядился? В белой куртке сидит, смотрит там, не знаю кого, блядь. Да кто его поймает? Сейчас легче нахуй на автобусе поехать спокойно, блядь. Чем поймать этого таксиста, блядь. Ладно, там, если ебаться захочешь, там, села, там, поеблись. А если не хочется там просто спокойно доехать, не надо ко мне приставать, нахуй. Сидит он, блядь, ждет. Да кого он ждет? Никто ему не сядет, нахуй. Где моя шоколадка, нахуй, блядь? Отправила в магазин. Ни шоколадки, ни пива, ничего, блядь. Блять, быстрее бы сама бы сходила. Чем здесь пиво, блять? Мне до 6 вечера дотерпеть, умыться, лечь спать и проснуться, как нормальный человек утром просыпается. Ой, давайте следующих людей смотреть.
Ну, ты бы лучше внуков своих смотрел. Тебя внуки есть? Бля. Ни внуков, ни внуков. Сидишь, блядь. Батюшки. Действительно, батюшки. Вот так мы хотим выйти замуж. Сидим, жуем и в потолок смотрим. Батюшки. Господи, неприличие, хоть бы жевать перестала. Батюшки. Какие батюшки, блядь? Батюшки в монастыре. Иди одевайся, нахуй. Баба, одеваемся и едем в монастырь. Я лично еду к монашкам. Еду к монашкам. Там у нас пойдет нахуй дело. А вы ехайте в монастырь. Дубины, блядь. Блядь, я не знаю вообще, где все есть-то, блин. Вот вроде хотела, да, поговорить, да? А вот сейчас ёбнуть хочу. Пиво хочу. Слова, блядь. Да, придут нахуй, я не знаю, блядь. Я люблю, знаете, люди, все сразу и сейчас. Либо сейчас нахуй, либо не сейчас. Но пора уже думать. Терпение. Терпение, только терпение. А с моими нервами... Надо и с моими нервами терпеть. Особенно, не знаю, кого еще кто-то появится тут. Да. Алла Распутина. Действительно. Ой, как Да, куда интересно. ни Ой, попал. Алла Распутина. Прям только первый раз увидел. Да, второй раз. Я Ничего. кручу, вот смотрю, на кого я попаду. Я хочу на поле чудес. С Ну, пиши, Якубович. тобой Меня? поехать. Ты будешь у меня подсказчиком. Нет. Я вон на телефоне скачала эту, как Анамнез. его, приложение «Поле чудес», поверь мне, я выиграла супер игру. Ну, хочу сама себя Я знаю, попробовать что ты хочешь, выиграть. Якубович, спросить. Хочу вот такой вот, такие волосы. Вот. Ну, молодец. Ну, а ты-то меня хочешь в цирковое агентство Да. отправить? Слушай, а я хочу тебя увидеть в образе, мой милый Меня нет. клоуночек. Спасибо, Марусь. Нет, я хочу тебя клоуном увидеть. Клон уехал. Значит, Я остался. ну надо, я же вижу у Ай, тебя это мальчик. цирковой парик. Ты же клоун. Нет. Значит, ты должен меня посмешить. Нет. Хотя я уже давно не смеюсь. Я смешу только редко номер. Ну все, всем пока. Поехал я дальше. Понятно. Пока! Пока. Иди, иди, погуляй, мой клоун. Интересно, для кого он покажет этот цирк? Может, он просто думает то, что я очень буду строгое жюри и увижу. И не то, что вижу, я вообще могу не засмеяться от клоуна. Я вообще не понимаю, клоун, блядь. Я когда была один раз в цирке, вот, меня не то, что они пугают, но мне не смешно. Из всех клоунов, кто меня может рассмешить, это Степаненко, Воробей, и Comedy Woman. Вот там я еще могу смеяться. Вот мне интересно, вот показал мне цирковое начало образа, вот этот рыжий парик. Ну, кому-то будет показывать, но не мне. Ну и хорошо, господи. Я так хотела прям увидеть, посмеяться. Марьям, при чем здесь дочка Кристина Орбакайте, да? Во-первых, была бы моя такая воля, когда была передача «Фактор А»,
Вот. Пугачева сидела, что-то выискивала, какие-то таланты. Но как сделать так, чтобы обмануть ее, и вышла Кристина Орбакайте? Мне, кстати, у Орбакайте понравилась одна песня «Пьяная вишня». А помните, когда она пела? Музыкант до рассвета пел мне песенку эту. Вся задыхается. А вы посмотрите, как Орбакайте прыгает. Блять, ну, постановка Аллы Духовой, да? Балет вот это, руки, все, движение. И как они поют. Вот вы возьмите, попрыгайте, попрыгайте и спойте. И посмотрим, какая у вас будет отдышка и еще чего-то. Вы же сами ходите на эту фонограмму, ебаную, блядь. Сама сходила на этот концерт. Ты чего? И прыгает, и поет. Ой. Снять парик? Ой, Мосин, с удовольствием. Давай, три сундука мне. Или хотя бы мото. Кто это у нас тут? А, недавно зарегистрировался. Так иди ты нахуй отсюда, мой мальчик. Еще что тебе снять? Для начала зарегистрировался. Хотя бы. Да какая ерунда, 51, а что он там пишет? А, не пиши ерунду, блядь. 51, нахуй. Слушай, пошла играть в лото, нахуй. Следующий, нахуй. Ерунду написать. Оксана полгода удалила всех. Мне очень интересно. Чашку кофею я тебя, блядь, нахуй сейчас пошлю. Да мне насрать, кого ты удалила, еще чего-то. Я впервые вижу кофею, блядь, кофе, кофе. И что, я должна тебя пожалеть, что ты всех удалила? А ты вот думай, кого удалить, с кем остаться. Интуитивно чувствовать. Как вот эта хуетень, парик с ними, блядь. Ага. Борис. Ну, Борис тоже, наверное, до свидания, нахуй. А я матом не ругаюсь. И такого культурного я тоже отправляю далеко и надолго. Мой Левушка. Левчик. Камиль, как ты? Привет. Привет. Вот видите, поздоровался и ушел. И коленка ебучая. Ну вот дебила нет, блядь. Коленку, блядь, вот. А что за витрина? Я не вижу. Привет. Что за витрина? Хочу купить. У идиоты. Господи. Блядь. Ты либо здоровайся, либо говори. Привет, блядь. Да ну нахуй. Радуйся, привет. Ой. Да. А вот эти жесты что были? Ты полковник. Или ты хочешь, чтобы я тебе мешок положила? Чего я должна, блядь, опять ехать в деревню и таскать? Ой. Вот ты глухонемой, какого хуя ты здесь сидишь, блядь? Я же не это смотрела новости тогда. И вот... Короче, ты меня полюбил, да? Здесь ты бывший этот лейтенант. Нет?
блядь. Еще должна угадывать твои вопросы. А, ты это... Что тут? Ладно, это... Глухонемой, давай, иди. Нахуй, мне и так нервы не в пизду, блядь. Я буду еще сидеть там, угадывать, нахуй, кто что там подумал, блядь. Сердце будто бы вылетит сейчас из груди. Понимаешь, что просто... Иди ты нахуй, блядь. Вот такие сидят, типа они думают, что они красавчики. Сердцеедка, хуедка. Нахуй пошлю нахуй в колхоз, блядь. Пойдешь, блядь. И думает, красавцы, да? Помню тогда... Ой... Короче, дам вам совет, девчонки. Вы все прекрасно имеете ксероксы, да? То есть принтеры. Принтеры или денежку, которая в Союзпечати продается, банк приколов. К чему я говорю? Вы приходите, если вы хотите, чтобы... Во-первых, я сама лично трогала этот хуй у стриптизерша. Никакого хуя там нет. Это как у бабы чашечки. Понимаешь? Также там в плавках находится поролон. Вы понимаете, вот там сидят ебанутые, которые кладут им деньги в эти плавки. Приходите с денежкой банк прикола. Или на принтере все это аксируете. Пока он там, блядь, крутится, крутится, в темноте ничего не видно. Да можно даже, блядь, ну салфетку не положить, ну хуйню вот эту на ксероксе захуярит. Все, шелестит, он будет перед вами прыгать, а вам похуй, пусть танцует. Не какая-то дура там положила, там есть ёбнутые по 5 тысяч кладут, по 20, блядь, чтобы он там крутился, блядь. Все, кладете, кладете, и пусть это... Лох танцует перед вами, все. А когда он уже пойдет нахуй в раздевалку, там узнает то, что это банк прикола, да? Мне лично похуй. А ты докажи нахуй, что я тебе положила банк прикола. Откуда я знаю, блядь? Там истерика нахуй начнется. И нихуя ничего не докажет. Это вам совет нахуй. И мужик перед вами, да? Ладно, там баба танцует такая. А я что, хуем, не, я сижу, там это было когда-то, да, бегает там, вот, я не понимаю, дура, просто дура, вот, перед мордой хуем трясет, ладно, там был хуй, думаю, дай-ка я потрогаю, блядь, поролон, вот как у баб в лифчиках это, кладут вот эти вот чашечки, хуяш, ну как хуйня это называется, вот, так же у меня там пощупало, я вам говорю, хотите стриптизера за бесплатно, все, а он пусть, блядь, придет и дулю ему нахуй. Ой. Ой, как все долго ходят. Я не понимаю, куда пропали, блядь. Ну нет, массаг, не лифчик. То есть это у женщины есть... поролон. Называется это чашечка. Бюстгальтер, лифчика, все одно и то же. Но очень сложно найти свой бюстгальтер. Я помню, мы тогда с Машкой объездили много вот этого, ну там, где продается нижнее белье. Вот. Ну, я не знаю, но подобрать очень сложно. Вот. Ну, как мне Машка говорила, и мы ездим, и так нихуя ничего не нашли, блядь. Ой, привет, Карина. Алекс, а что такое гольфик? Ты имеешь в виду гольфы? Ой, бля.
Олег, ты не знаешь, что такое гульфик? Интересно, у меня где-то была Алиса. Алиса, что такое гульфик? Гульфик – прорезь или застегиваемый клапан в передней части брюк или нижнего белья, также деталь одежды с обмётанными петлями для обработки застежки брюк на петли и пуговицы. Ну все, отдыхай, моя милая. Спасибо за заботу. Еще успею отдохнуть, пока не время. Ну, я все-таки так и не поняла, что такое. Привет, привет. Отключись временно. Как? Нахуй пошла, пока не хочу разговаривать, блядь. Остыньте. Ой, блядь. Куда я вообще нажала, блядь? Ой, блядь. А, все, съебалась, нахуй. Пойду я покурю, я сейчас вернусь. Знаете, люди, я вот так вот подумала, ведь насколько вот вообще человечество молодец, да, вот придумали Алису. Алиса, доброе утро. Доброе, котики, мемы, новости, или, может, погода уточним. Алис, съебись нахуй отсюда, тебя пока не вызывали. Вот это неожиданность. Блять, куда я нажала, блять? Она меня сейчас заебет, нахуй. Короче, я к чему говорю. Чего? Блядь. Да я тут, мам, я ты это ты вот. Чё, блядь, давай иди нахуй. Я размышляю, как люди придумали Алису, да? Чего? Это вот людям объясняю, когда. О, господи. Как человечество придумало... Ну что надо-то, мой милый старче? Господи, я ночь не спала. Ну что надо-то, блядь? Ой, встаем, встаем. Не спим, но встаем. Что, милые мои? А, разбирайся. А, это магазин. А, ну, давай. Ну, сначала. Выстави все. У меня, блядь, все бока болят. Давай я вам просто на кухню все выложу, а вы сами же разберете.
Я просто мам, сижу людям объясняю, вот Алиса, вот эти интернет. Да. Мам, я все это знаю. Мне до шести бы как-нибудь прокрутиться. Нет, да я все слышу. Ложись спать. Угу. Ты суп ел сегодня? Нет. Я не ем уже 16 числа ничего. Конечно, поем. Ой. О, а есть когда будет? Завтра. Ой, в общем, короче, я так не договорила. Я так и не договорила, что насколько придумано человечество. Вот смотрите, да, люди, вот мы с вами сидим вроде на одной планете Земля. Но как так люди придумали, что мы через интернет слышим друг друга, видим друг друга? Вот как они так придумали? Это какие волны? Спасибо, Зоя. Всем спасибо. 15, Зойка, спасибо вам за подарки. Вот для меня это не доходит. Ну как вот, люди, ну, не знаю, очень много вопросов, ответов не будет. Смотрите, мы все зарегистрировались на Бегалаве, правильно? Каждый человек находится, ну, далеко. Но как эти волны передают, допустим, мое изображение, то, что вы меня видите, передают мой голос. Ну, это люди, конечно. Ой, блядь, это люди. Люди. Я сейчас, наверное, пиво попью. Потому что, понимаете, люди, если я сейчас умоюсь, лягу спать и опять проснусь среди ночи. Нет. Я посижу, пивка попью. И, надеюсь, лягу спать. Потому что ложиться бесполезно. Как только я начинаю ложиться спать, у меня, как всегда бывает, либо сингализация, блядь, сработает. Вот. И когда я очень занервничала с этой сингализацией, психанула. Вот. Думаю, отосплюсь, нихуя так и не отоспалась. Мне вообще нельзя говорить о сне, потому что если я ухожу в сон... Ну, в общем, короче, смотрите. Вот это для автомобилистов. Во-первых, вы обнаглели. Вы ставите свою машину на тротуар. А там какой-то долбоеб. Короче, там машины в ряд стоят. Ну, как объяснить, в общем? Ну, представьте, вот это моя рука, это машины. Вот все они стоят в ряд. А долбоёб нахуй вот так поставил свою машину. Все. И я проснулась от того, от этой сигнализации. Я вышла на балкон, все злая, пошла курить. А потом я поняла, как, блядь, вот он хочет уехать, а какой-то долбоёб нахуй поставил машину. И ты уже никуда не уедешь.
А мы уже скоро доживем до того, что... Ну, короче, мы скоро довыебываемся, нахуй, как динозавры, нахуй. Поиграемся мы скоро. Гранить бы здесь ничего. Ой, и вы знаете, вроде хочется так поговорить, о чем не знаю. Я просто шоколадку ломаю. Мне надо поесть, нихуя ничего не ела сегодня, блядь. Хоть сегодня, нахуй, 16 числа. Сегодня пятница, блядь. Нет, не рыбку. Шоколад. И в последнее время почему-то с пивом стало есть только шоколадку. Ой. Какой приятный аппетит. Я пиво пью с шоколадом. Алиса, ты тут? Ты моя умница. Доброе слово и боту приятно. Алиск. Ебаться будем? Интересная мысль, чтобы обсудить ее не со мной. Ну а ты бы мне дала бы? У вас очень странное представление о моих желаниях. Ладно, все, давай, съебись отсюда. Содержательная беседа. Алис, спокойно, это, приятного тебе вечера. Все, уйди нахуй, все, ебаный робот нахуй. Ну, молодец, Алиска, блядь. Ой, господи. Вот до чего прогресс прошел. Наверное, пойду я покурю, я сейчас все молчите. Вы меня сейчас должны держать в бодрости. Бодрости меня надо держать сейчас, чтобы я вошла в режим. Хотите разговаривать, иду на левые звонки.
Ого-го-го-ой. Салам алейкум. Алло, маля. Салеку малям. Че, поменяемся? Тапочка. Я так хочу с тобой поговорить. Уйди-ка ты нахуй отсюда. Иди отсюда нахуй. Понимаешь, нахуй, когда культурно надо разговаривать с людьми, а не ногу сувать нахуй, не знаю куда нахуй. Ой, блядь, ну ничего. Какая разница, мне бы вытерпеть до вечера, а потом я как человек проснусь, по утрам будет очень тяжело, потому что, вы знаете, люди, я устала. Вот сегодня, допустим, пятница, да, я вот 16 числа уже не сплю. И не сплю так, что... Вы представляете, у меня были бы дела. Бессонная ночь, ты не спамший, едешь по делам. Меня только поймут полуночники. Мне до вторника еще далеко, конечно, но я хочу, знаете, люди, вот войти в жим. Хотя бы просыпаться в 8 утра, как положено. Ну, в 12 час засыпать. Я устал. Я устал, я живу как зомби, блядь. Как зомби живу, не сплю, куда-то еду. Я скоро, мне кажется, доиграюсь, нахуй. Я доиграюсь так, что у меня сердце остановится, нахуй. Потому что я уже не сплю лет, наверное, 20, нахуй. Я не сплю. Но не в том плане, что я не сплю лет 20. Я за эти 20 лет приобрела бессонницу. Зоя, Илина, спасибо. Берегите свои нервы. Берегите свои нервы. Потому что бессонница — это очень страшная болезнь. Куда? Она биос. Алиска, что такое анабиоз? Анабиоз – временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов. Алиска, спасибо. Я стараюсь. Ну все, иди отдыхай. Хорошо. Блять, хоть бы ей рукой махнуть, она ушла. Блять. Так я и не поняла. Ты инобиоз, типа у меня жизненные рефлексы закончились? Я не поняла. У меня жизненные рефлексы нормально, поверь. Я могу хоть сейчас умыться и поехать по делам. У меня их, слава богу, пока нет. И мне надо сейчас дотерпеть до вечера и лечь спать. Да я никого не слушаю, черточка. Че слушать-то, блядь? Алиска, а что такое друзья? Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Алиса, а кто такие предатели и как от них отъебаться нахуй? Найдется все. Не знает она, блядь, что такое предатели. Саша, я всегда выпиваю пиво в трансляции.
Какое? Хочу в Германию. Для начала. Давай ты мне оплатишь нам с тобой в Германию. Я хочу германского пива. И там ты уже сам по меню посмотришь, какое, сколько стоит. Лететь я хочу нахуй. Шереметьево. Вот. Первый класс нахуй. Когда мы с тобой прилетаем, Сашок, в Германию, я просто переживаю, какое выбрать пиво. А там ты мне его купишь, хорошо? Это шоколадка, блядь. Ой, господи. Я? 62, а ты кто? Или ты хочешь такую страшную женщину, как я? Я знаю. Я молодая баба-яга. Да о чем мне разговаривать? Сидит под ником 62. То ли у него со вкусом. Не очень прекрасно. Но есть же люди, которые любят женщин, которые... Ой, блядь. Ну, немножечко красавец. Красавец после макияжа, там, с прекрасной прической. А если это женщина, вот мне интересно, и что ей надо от меня, блядь? А что ты затихла-то? 62. Ой, я не знаю, надо с кем-то поговорить. Не знаю о чем, но надо с кем-то поговорить. Ну, спроси хоть у меня что-нибудь. Не хочешь спросить? Почему ты не хочешь спросить? Я знаешь, какой хочу тебе совет дать? А, если ты кусаешь губы, я понимаю, что ты нервничаешь. А, для этого надо пользоваться гигиенической помадой. Потому что ты их можешь раскусать, обветриться могут, улыбнуться ты не можешь. Сыроваться с шершавыми губами тоже не очень. Поэтому пользуйся гениальной помадой. Ты не девушка, говорю, чего у тебя что-то спрашивают? Я слышу, труба какая-то там, это. Ты в котельне, что ли, находишься? А, так да. И скажи. Сидишь в котельне, ну, у меня уже голова уже заболела, господи. Для такого? Ну все, давай, иди в котельне, нахуй. Я и так всю ночь не спала, блядь. Еще буду слушать вот эти звуки какие-то заводские, да, там, котельня или там, я не знаю, какого буратину нахуй они там делают, нахуй. Вот, знаете, вот сказка, да, Папа Карло и Буратино. Блин, я хуеваю, да, пойти, найти полено. Отстрогать, и буратинка появился. Бревно, блядь. Ладно, там, как говорится, ой, блядь, и короче, это бревно. Просто охуеваю вообще. Задумайтесь, люди, вот с этими сказками. Это просто пиздец, а не сказки, нахуй. Сказка, вот мне нужен сейчас мужчина, да? Вот что ты делаешь?
Ну, привет, студент. Как песня была. Ну, где же ты, студент, девчонку новую нашел? Не думал, не гадал. Но. Мне нравится женщина постарше. Опытная, мудрая. В меру красивая. Студентишка ты мой. Отказывай. Да ты воешь. Ой, это собака, что ли, скулит? Я не услышала. Нет, это не собака. Кто там это? Там, у тебя собака есть, нет, да? Нет, лялечка маленькая. Ну, погладь ее, погладь. Зачем? Она успокоится. Не знаю, какой. Какая дура. Надо, ты не думай. Я педагог. Педагог. Педагог? Но немножко пьяна. Да. Ну, все, студент ушел. Во-во-во. Отлично, отлично. Нормально. Привет. Я хочу к вам вернуться, когда закончится ремонт. Не ходи, конечно. Здравствуйте. Давай, Олег. А я могу прийти как маляр штукатур. А что еще можешь делать? Да. Обои клеить. Ну откуда? Нет, я ничего делать не могу. Я хочу чаю пойти, что-то я разговариваю. Я хочу в гости прийти, когда закончится вот это вот все. В каком стиле все это делается? Как тебе звать-то? Меня Алка. Алла Бугачева. Откуда ты? Нет, я сама по себе. Ладно. Ладно, делайте ремонт. Канахола Пугачева. Вы что, это, ебанулись нахуй? Я есть я. Пугачева есть Пугачева. Не, мне приятно, конечно, то, что такая великая женщина, вот, меня с ней сравнивают. Но нет. Нет. Так же все. Безответная любовь. Одиночество. И только у ней сцена, а у меня, ну, Бегалаев, допустим. К зрителям вышла. Только с вами можно поговорить. А там за кулисами. Хуйня и разъебайся. Предатели нахуй. Ебучие, блядь. Ой. Сейчас разотрусь нахуй. Ой, хорошо, хоть талант хорошая. Называйте меня этой Пугачевой, блядь. Пугачева это... Она всю жизнь-то прожила на сцене. Она же никому нахуй не нужна была. Она выходила на сцену для того, чтобы что-то почувствовать, да? Что-то, блядь, все сейчас, не дай бог, тушь потекет. Еще не хватало. Ну и что? Ну потекет, и пусть дальше потекет. Ты знаешь, у меня песня такая была. Была бы лишь бы караоке. У меня песня такая. Грустная. Я тебя прекрасно сейчас узнаю. Позвонишь ты, милый дорогой.
я сама уже еще не знаю. Но позвони, любимчик дорогой. Банько, тебе приятно вообще так разговаривать? Это как шарик лежит. Кс-кс-кс-кс-кс. Кск. Кс-кс-кс. Ну спи, спи, мой хороший, спи. Конечно, блядь, наелась нахуй. Как моя Асенька, царство небесное. Ой, господи. Ночью гоняет, днем не спит, нахуй. Ой. Мне не нужна твоя нога, понимаешь? Не, кстати, люди, я вот так сяду и буду разговаривать. Кому я объясняю, без культурщины? Девочка, бля, не понял. Ой, я не поняла, где мы находимся? Пугачева, она могла действовать. У меня даже так не получится. Розовую козу, желтую полосой, в детстве глаза.
по ногам, на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Эту женщину пытается почему-то, ну как они называются, пародистами, да, они пытаются, да, вот ее почувствовать. Я вот сейчас вот изобразил вам, да, ну, вы, наверное, подумали, что, ну, типа, я травести-артистка. Я сейчас окунулась в ее глубину. Я не понимаю, зачем ее подражать. Там столько боли, столько... Понимаете, там... Она как клубок. И вроде можно связать
И не получится, распускается все. Вязать или распускать. И вот эти пародисты, я не знаю, я бы, не, ну я могла бы спародировать там, да, но до той глубины, там есть сила. Ой, что-то я зашла сейчас. Я и так увидела ее. В 73 года она умрет. Не хочу дальше смотреть. Не надо, не надо. А вам, товарищи пародисты, что я хочу сказать? Вы артисты. Педики, нахуй. Она себя сделала сама. И вот этот подхват, баб надо ебать, а не парики одевать и пародировать. И делайте мне больно, господа, я ветрена сегодня, я пьяна. И та-та-та-та-та в парике. А мне мужчина нужен, мне мужчина нужен. Шалоп. Что это? Кто это? Ну давай, шалоп-шап. Ну, и ну, и чего? Че минуту-то не поставил? Ты что-то меня сбил. А тебе, кстати, нравится Шер? Как моя любимая песня. Белива, белива. Белива. Ну, рассказывай, что это... О чем хочешь поговорить? А, ни о чем. А я так и не договорила. Я понимаю, я сама практически могла бы быть травести-звездой. Но я как женщина, Да, я не в том теле, да, я ебанутая. У меня диагноз ядерный трансвеститизм, нахуй. Но! Ой, вот в этом травести шоу, да? Ну, подружки мне помогли, там нарядили, накрасили, а за кулисами. Запомните, женщине нужен мужчина. И вот ой. У нее, мне кажется, был, знаете, один мужчина, это отец Кристины, когда он подарил ей счастье материнства. А второй мужчина – это Челобанов. Потому что я не хочу заглядывать туда. Она несчастная женщина. Ой, несчастная жизнь, ой, не хочу, Там столько боли. Пизду, блядь. Я вот заглядываю туда, куда мне не надо глядеть, нахуй. Я еще лишний раз сейчас загрустила, нахуй, расстроилась. У меня и так нихуя настроения нету. И в последнее время оно у меня вообще нихуя не бывает. Вот мужчина сейчас какой-то мне здесь позвонит, поговорит со мной. Ой. Группа не пара. Тоже там это был. Бегу нахуй, блядь. Гандон, блядь. Голубой, что ли, да?
Я пиля. Короче, залезь туда, я ебаться хочу на этой кровати наверху. Да, вот только у меня кровать нахуй. А у тебя ни казарма, ничего. Ну вот, вот молодой человек, почему такое воспитание? Ебашу. Кому объяснять? Нахуй поставьте. То ли хирург нахуй, то ли Финдюкова. Мое дыхание, мое дыхание, мое дыхание. Ой, господи. Покажи мне оленей. Я хочу оленей увидеть. Съебаться нахуй в тундру от всех вас. Ну, короче, это... Чё надо всем, блядь? Здорово, брат! Мы с тобой за одной пизды не лезли, нахуй. Какой ты, блядь, ты мне даже не троюродный, блядь. Брат, нахуй. Брат, ты сказал, блядь. За захуй, короче. Понял, да? Зайди нахуй, пока я не разозлилась. Я, во-первых, не танцую. Пошёл ты нахуй, я могу короче. Далеко послать. Ой, кто там лежит? А? Ну-ка, слази. Почему ты людям не даешь спать? Он устал с работы, он лежит там этого. Да жопка. Ебать, это будет хорошо. А ты мне не нужен. Ты не в моем вкусе. И вообще, бабы, умеете говорить. Не в моем вкусе, и все, пусть не обижается. Только ты не в моем вкусе, блядь. Страшная, блядь. А, да вот хуешки. А ты что сложил ручки? Влево давай. Реклама здесь, битва этих. На Бегалаве, битва хранителей. Ноу 16. Ну, если откроешь трансляцию, ты видишь, я же не вижу тебя. Ну. Ты кто? Я? Да. Вот видишь, прекрасная женщина. Точный? Да. Красавица. Ну, молодец, тебе тоже. Красавица. Воздушный поцелуй. Угу. О, я? Женщина, сколько лет? Мне? Да. А зачем 27, да? Тебе? Лет. Ты знаешь, я не стесняюсь говорить свой возраст. Я просто думаю, сколько месяцев. Можно познакомиться? Что? Со мной? Зачем? Просто. Братан, брат. Фишка. Откуда ты взялся? Взялся? Откуда? Можно, да? Я говорю, откуда ты взялся? Ну? Знакомиться с кем? С распиздяем таким, как ты? Это раз, нахуй. Третье. Кто? Кто пидорас? Не знаю. А тебе они нужны? Познакомься с Марсиком, с Лепининым. Я не держу тебя. Ты вот явился неизвестно откуда. Где ты был в личных сообщениях? Ты добивался меня, хотел со мной познакомиться. Ну? Молодой человек, идите подумайте. Всего вам доброго. А хотите любить? Марсик скоро откроет трансляцию. А я вообще пойду покурить и сейчас я вернусь.
Хотелось бы песням спеть. Лолиты Милявской. Была бы эта песня. А есть? Хочу спеть эту песню, не знаю почему. Это очень быстро. Я хотела спеть. Маленький, маленький, ну какой ты маленький. Та-ла-ла-ла-ла-ла-та-та-та-та-та. Маленький, маленький, ну какой ты маленький. Мое караоке спешит, очень спешит, очень спешит. Очень спешит. Интересно, кто здесь мой мужчина? Доча, доча, зятя нашла на Бигалаве, рассказывай. Что рассказывать? Зятя нашла на Бигалаве? Дай хоть посмотрю его в WhatsApp. Я могу вам рассказать. Кем ты жизнь свою связала? Что, не хочешь с матерью разговаривать? Да? Мать-то не нужна уже больше, да? Ну иди гуляй. Иди гуляй. Не выебывайся, здесь не надо. Ты транс? Я? Котлет нажаренный, макарон, картошка, что ты будешь есть? Вот то, что не жрешь и пьешь пив, шоколад, потом, блядь, желудок будет болеть. Мама, я на сцене. Господи. Так мы это... Ты котлеты хоть жарить умеешь? А? У меня мужиков-то сколько на Бигалаве. Мне же надо хозяйственную девку-то. Чё ты умеешь-то вообще? Ну-ка рассказывай мне. Теперь я буду как это, свекровь, злая свекровь. Я вот сына родила, чтобы тебе отдать? Нет. Я говорю, как фарш готовится? Для начала. А не надо молчать, скромницу здесь изображать. Я сына за тебя буду выдавать, это, то есть женить на тебя. Не надо молчать, это, воображать тут скромницу. Вот ну нахуй такая невестка. Ну, все, девочка, идите это, ну действительно, пиздец, поеду я в Илец, нахуй. Ой, господи, вот ты и думаешь, да, вот когда-то у меня будет ребенок, мой сын или дочь. Кому отдать своего сына?
сидит, хи-хи-ха-ха, блядь. Ничего не умеет, нахуй. Да и дочку. Скромница, блядь. Нахуй такая скромница. А если она будет вся артистка, вся в меня? Там не надо стесняться. Не, ну надо, конечно. Ну, быть педагогичной, культурной, вот как я, допустим, да? Скромно, интересно. Мне кажется, она растерялась. Растерялась, потому что она не знает, что делать. Она не знает, что делать. Ну, в принципе, и я. Я, конечно, не свекровь, но такая невестка не нужна. Вообще не нужна. Ой, господи. Даже не знаю, что говорить. Ой. Господи. Привет. Какой спокойствие? Привет. Привет. Темнота. Угу. Ну и чего? Как дела? Нормально. У тебя машина, да, бардачок? Машина, да, бардачок. Да. Иди нахуй с этим бардачком. Ехай. Если денег нет, хотя бы в такси. Нет, хуй. О. Так я писал магазин. Что там выберу? Что там валяется, нахуй, не пойму. А. Так, я еще раз говорю, что продаем, не вижу. Все продаем. Ну, продемонстрируй. Сейчас мы у тебя купим. Угу. Что он там продает? Продавец только я. Угу. А что мы спрятали? Под одеялко. Спать хочу. Приятных снов. Может, мне сказку рассказать? Ай. Короче, Вилли, заткнись, я сказку начала рассказывать. Кто там орёт? О, давай, рассказывай. Да. Жили-были. Ой. Ну, в принципе, можно завести куропаток там, все вот это вот. Ой, господи, дебилизм, нахуй, просто дебилизм. Кошмаров, знаете, вот, ладно я, мне бы до вечера дотерпеть, войти в режим, а вы говорите, здесь трансляция, надо быть постоянно под пивком. Под пивком, потому что как-то не совсем вот это все воспринимается всерьез. Ну, видишь, я хотела сказку рассказать. А он говорит, петух. Понимаешь? А петуха надо еще купить, сарай построить, куриц завести. А там еще это. Корову я не потяну, но козочку я бы могла бы. Но я не хочу, я хочу жить в городе, в деревне я не смогу. Не смогу и не хочу, блядь. Я всю жизнь на каникулах, нахуй, там была, нахуй. Все люди учились, нахуй, образованию. Я коров доила, нахуй. И пиздила еще, совхоза сила спиздила, комбикорм спиздила. Поросят, нахуй, все носила. Не надо. Ой, привет, Шур. Привет.
Бля, почесалось. Забыла, что крашки, не накрашено. Ой, бля. Иди, иди сюда, не стесняйся. Не стесняйся. Иди, иди. Я уже замучилась смотреть. Потолок твой. Отлично все. Люстру хоть мне покажи. Иди отсюда, пока я не разозлилась нахуй. Понимаете, вот... Я считаю, это просто кошмар. Кошмар, который... Ой, блин... Может, песню какую-то спеть? Надо спеть. Ой. Сама себя. Сама себя просто, чтобы не уснуть. Чтобы в режим войти. А чего у нас в поселке у девчат перепало? Кто их поднял с позорона? Кто их так стревожит мог? На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, крепкий в якорях. За рекой над Косогором стали девушки бурьбой. Здравствуйте, сказали хором, Черноморский наш герой. Каждую руку жмёт он и глядит в глаза. Одна смеётся, целовать нельзя. Одна смеется, целовать нельзя. Полегонько отдыхает у родителей в дому. Хором девушки вздыхает, мы не нравимся ему. Ни при чем наряды, ни при чем фасон. Ни в одну девчонку не влюбился он. Как это еще песня-то была, господи? Ой. Забыла нахуй. Тоже вот эта песня была. Советский, вот эти, советский Новый год. Когда Гарик Сукачев пришел, там это, что-то, блядь, а я милого узнаю по походочке. Он носит, брюки галифе. Там та-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 та, блядь.
Включен маслом, а он все скрипел и вот так улыбался. Вижу дозорный на слышке засек, выслали катер и тему просек. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ля-ля бывает. А еще бывает, знаете, не, мне надо пойти покурить. Я сейчас приду.
Знаете, какую песню еще хочу спеть? Окей. Интересно, есть? О, есть. Давно я понял, кроется гибель где. В Биби никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей родник. Губит людей не пиво, губит родник. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный, про мировой поток. Невероятный ливень все затопил тогда. Любит людей не ало, сами приходите сюда. Я, короче, знаю, о чем. Как тяжело, блять, в ноты просто попасть мне. Я слышу, знаю, приходим сюда. Эх, в ноты я нихуя не попала. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Если я душевно ранен, если с тобой беда, ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь. Здесь ты вздохнешь счастливо, кряжешь и скажешь да. Любит людей. Господи, вы знаете, люди, самое тяжелое – слышать музыку. Слышать музыку, улавливать вот это, понимаешь, улавливать. Сейчас очень все облегченно, облегченно. Вот есть караоке, да, вот когда начинается 1, 2, 3, 4, и ты пошла. Вот, пошла, поверьте, люди, это очень сложно – слышать музыку. Голос, он может быть любым голосом. Самое, ну, я сейчас сижу, разговариваю, как будто как вот вокальный педагог. Понимаешь? Для меня было самое тяжелое, когда я училась тоже в школе, у нас был урок музыки, и учительница, она говорит, не пой, петь это не твое. Ты всегда споешь караоке своим прокуренным голосом. И откуда она знала, что я действительно его прокурил? И она мне говорит, умей слушать музыку. Музыку. А я так и не научилась ее слушать, слышать.
Я когда смотрю караоке, да, там вот начинается 1, 2, 3, 4, я жду, вот, ну, когда вот этот проигрыш, или как правильно сказать, закончится. Ой, извините, пожалуйста, это пиво. Когда закончится этот проигрыш, 1, 2, 3, 4, и я всегда начинаю переживать, ну, улавливать, просто улавливать. Вот. Это очень сложно, люди, поверьте. Всем здравствуйте, Фарус. Нет, Мади, там, понимаешь, вот, вот караоке, да, когда вот это идет 1, 2, 3, 4. Я же не это, как его, не профессионал. И мне, знаешь, Мади, вот тяжело, вот я начинаю улавливать и переживаю, да, когда караоке пошло 1, 2, 3, 4, думаю. Ну, короче, я пытаюсь услышать. Вот тоже моя любимая песня. Вот опять смотри, вот сейчас. У меня эта песня всегда получается. Но только вот. Во, вот это вот. Моим прокуренным голосом я могу ее петь. Вы сейчас поймете. Поймете о том, что у меня хорошо получается. Я сейчас опять буду переживать, чтобы услышать музыку. А по голосу у меня, кстати, меня хвалили. Хвалили. Я сейчас вам спою. Ой, подожди, дай губы-то смазать. Эти люди, не то что голос. Голос можно подобрать. Вот. Самое главное, ну, ладно, сейчас я вам спою. Надо слышать.